Друзья, добрый день. Уже несколько человек спросило меня про вывод с NX хэша, что у некоторых не получается. Не знаю, я вот третий день уже делаю выводы, и все нормально. Сейчас покажу, как их делаю это я. То есть, ну, может быть, в чем-то разберетесь и будет это полезно. Вот мой личный кабинет. Заходим на баланс. Вывод. У меня здесь кошелек уже мой был забит сюда. Ledger. Ставлю максимальный вывод. Вывести. Вы успешно вывели на кошелек. Заходим на кошелек. Выводы в ожидании вывода. То есть, ну, этот вывод может занять там несколько часов. Вот мои выводы. Получается, 23 апреля. Вот ожидание, то есть встал в очередь он. Так, это завершенные выплаты за майнинг. Вот вывод с кошелька, выведено. Выведено 22 апреля. 442 доллара. Аккаунт, не знаю, у меня аккаунт обычный, то есть как бы, если у кого-то какие-то проблемы встали, то есть статус аккаунта уровень 0 у меня, то есть даже без верификации, без всего, но он у меня существует очень давно. Так, вот прошло сколько, минут 5-7, наверное. Получается, невыплаченный баланс, это который майнинг сейчас идет. Все, вот 23 апреля, все ушло на мой кошелек. Не знаю, может быть, кстати, попробовать кому-то, у кого не получается сделать вывод, поменять кошелек. У меня стоит кошелек леджеровский, Native Segwit.